Потому что этот тиран убивает мой народ прямо сейчас. Стоит посмотреть буквально на ужасающие кадры того, что приходит нам с Окрестина, с этих пыточных камер, где в камере на 4 человека содержится, по разным сведениям, от 20 до 50 человек. И они могут там только стоять. Где их морят голодом целыми сутками. Именно поэтому я здесь. Я могу сделать немногое. Могу прийти с флагом, постоять, да? Могу поддержать финансово сбор пострадавшим от репрессий в Беларуси, собрал 2 миллиона долларов за считанные дни, и это что-то значит. Беларусь живет!